Всем привет! Сейчас мы с Джоном вдвоем. Муж на работе, старшие детишки в садике. Утром я их посадила на автобус. Вернулась домой, мы с Джоном еще немножко поспали. Вот сейчас мы только с ним проснулись, да? Сегодня мы вам расскажем, что нам пригодилось в первый месяц жизни, а что нет. Что нам в дальнейшем понадобится, а что было лишним. Да, сынок? Расскажи, что тебе пригодилось, а, сынок? Малыш, маме, зайчик такой. Мне кажется, на меня становится похож, да? Вот. Хотя бы кто-то из детей похож на меня. Ой. Ой, малыш. Иджин лежит на своей подушке, а я хочу позавтракать. Завтрак у меня поздний, время обеда уже прошло, я только завтракаю. Вот что приготовила для нас свекровь. Это кабачки, крабовые палочки и грибы в кляре. Очень вкусно. И также она передала панчаны. Рис уже готов. Буду смотреть «Дневники вампира» и завтракать. Завтрак у меня в любое время суток. Завтрак, даже если ем впервые вечером. Тут у меня вкусняшки в кляре, панчаны, рис и соевый соус. Ну что, давайте теперь поговорим о вещах, которые нам пригодились в первый месяц жизни и чем мы будем пользоваться и дальше. Давайте начнем, пожалуйста, такого вот свинга. Когда мне что-то нужно делать по дому и чтобы у меня было свободно две руки. И если малышка призничает, я надеваю этот свинг. Ножки у ребенка в форме М, то есть все безопасно. Если вы хотите, допустим, чтобы у ребенка голова поддерживалась, можно вот эту вот ткань натянуть.
и голова поддерживается тканью и не болтается. Когда я что-то делаю, я обычно поддерживаю руками, мне так удобнее. Этот слинг от бренда Кони, он очень классный, и он у нас остался еще от среднего моего сына. Очень удобный. Вот как выглядит сзади. Ну и раз мы сейчас с вами находимся на кухне, покажу вам один классный девайс. Это стерилизатор для бутылочек. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри две полочки. Есть бутылки и Джона, бутылки и Эля. И вот нижняя полочка отодвигается, можно легко все достать. Здесь есть три режима. Нажимаем на авто. Сначала идет красный свет, потом он переходит автоматически на синий цвет. И далее последняя функция, это когда бутылочки просушиваются воздухом. Очень удобная вещь. И также, если вы кормите смесью, либо докармливаете смесью, этот чайник очень классная вещь. У него есть режим пунио, смеси. Сначала вода кипятится, и далее она остужается до нужной температуры, и нужную температуру поддерживает. Мне сейчас вода не нужна, поэтому я ее выключаю. А также есть второе отделение. Тут можно, вот, допустим, чай налить, заварить. Включаете также вот эту функцию. И водичка, либо чаек, всегда теплый. Очень удобно. Далее переходим в нашу спальню. И первая вещь, которую я хочу рассказать, это наша люлька. Она очень классная. Мы купили ее на местном Авито. Приложение называется Carrot. Здесь есть также полочка для хранения вещей. И Джун не спит. Представляете, мы не спим вместе, он спит в люльке. Здесь есть несколько функций. Во-первых, это вибрация. Далее включается свет, если ночью нужно поменять подгузник. И музыка. Можно менять громкость. Ну и также можно менять режим вибрации. Очень классная вещь. Также здесь у нас то, что мне не понадобилось. Я вам сейчас покажу. Это вот такая вот сидушка для кормления. Ее вообще классно использовать, если вы кормите смесью. Вот положил ребенка, дал ему бутылочку, придерживаешь одной рукой, классно. Но если ты кормишь грудью, лучше, конечно, использовать подушку для кормления. У нас она киевская. Хотя я ей пользуюсь сейчас не так часто. И еще классная вещь. Это уже для меня. Такие вот подкладки, вкладыши для лифчика, чтобы молоко не протекало. А в этой части комнаты у нас детский комод с вещами и Джуна. Раньше тут были вещи Эля, а сейчас вещи и Джуна. Здесь у нас как раз таки чехол для слинга. Здесь я храню разные лосьоны, крема. Вот лосьон Пута. Это тоже от Кей Мазер, Мазер Кей. Крем и лосьон. А Джонсонс Бэйби маслом я еще не пользовалась. Хочу начать им пользоваться, когда буду делать и Джуну массажи. Здесь у нас присыпка в виде пудры. Очень классная. Бипантен, который мы почти использовали. Ватные шарики для обработки пупка, но они нам уже не нужны. И вот это уже моя штучка, не буду вам ее показывать. Также хочу отдельно рассказать про эту сумку. Мне ее подарил причем друг мужа, мужчина. Очень знал, что мне она понадобится. Сумка для подгузников. Здесь подгузники находятся в этом отделении. Сменная одежда, мои вещички по мелочи. Здесь вот платочки, кошелек, влажные салфетки. Здесь вот отделение для смеси. На всякий случай я иногда ее беру. И также не хватает бутылочки, не хватает еще платочков и не хватает моей накладки для груди, которую я использую во время кормления. Что у меня здесь? Здесь у меня одежда и Джона. Расскажу так по мелочи. Здесь у нас подгузники. И вот это как раз таки вкладыши для лифчика, чтобы молоко не протекало. Далее. Что пригодилось из вещей? Из вещей пригодились вот такие вот слепики на замочке. Очень классная вещь. Ручки у ребенка расположены вверху.
Он себя не будет, не царапает, и ему очень удобно находиться здесь. Правда, вот мы месяц попользовались, сейчас они нам уже впритык. Поэтому сейчас мы ими уже скоро пользоваться не будем. У меня вот они разные есть здесь, на липучках, но больше мне всего понравились на замочке. И, ну, тут одежда. Что понадобится в первый месяц жизни ботики? Кому-то распашонки с пеленками, хотя мы особо ими не пользовались. Ну и в третьей полке вещи, которые еще нам большие. Вот эти вещи определенно нужны, но пришли они только сегодня. Я поздно заказала. Это матрасик икеевский для пеленания. Его можно положить сверху либо на пеленальный столик. У нас пеленального столика нет, поэтому я буду его использовать на кровати. У нас есть многоразовые пеленки, но эти пеленки, они часто уходят на стирку. А вот этот матрасик, можно будет там пеленочку сверху положить, она там намокнет, ее бросить на стирку и постелить новую. И также у нас и Джон уже успел переболеть. И вот такая вот штучка, чтобы очищать носик. Хочу вам эту штуку поближе показать. Я заказывала ее из-за границы, доставили ее спустя неделю. Получается, набираете в шприц водичку и так вот промываете. Можно также этим шприцем высосать козюльки. Так вот выглядит. Не буду показывать, как внутри. Тут по картинкам, думаю, что понятно. А кто вернулся домой? Старшие детки вернулись домой. А, ну все, все. Ой. Ой, так. Смотри. Ляля, твой братик. Ой, аккуратненько, аккуратненько. Что? Он маленький. Давай его на руки возьму. Можно его на руки возьму? Ир, можно на руки братика взять? Давай, ты его поцелуешь. Давай, целуй его. Целуй его. Вот так вот. Вот так вот. Все, они увидели камеру. Эль, скажи привет-привет. Скажи привет-привет. Просто посмотрите, в какой позе уснула Эль. Такой смешной. Янчик тоже спит. Смешные такие. Муж еще наконец-то приехал с работы. Не удалось до его приезда уложить всех троих. Это было сложно. Да вот самый младший наш спит. Включим тебе вибрацию и музыку. Ну а что мы с мужем будем делать? Мы с мужем будем смотреть «Дневники вампира» и ждать, когда стирка закончится, чтобы потом в сушку закинуть вещи. Я, кстати, вам забыла рассказать еще про одну классную вещь, которая меня выручает. Это такая вот подушка, пока я занимаюсь делами на кухне. Либо когда я ем, кладу его на эту подушку. И он на ней лежит. Недолго, правда, но лежит. Она нам тоже пригодилась. Надеюсь, что вы что-то для себя нашли ценное. И увидимся с вами в следующем видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока!